Помогали всем и бесплатно. Сегодня в общественной приемной местного отделения «Единой России» разбирались в юридических тонкостях проблем, обратившихся к ним челнинцев. С записавшимися на встречу гражданами общались поочередно нотариусы, адвокаты и сотрудники прокуратуры. Прием проводился в течение всего рабочего дня без перерыва на обед. Чаще всего юристы давали советы, куда лучше обратиться в той или иной ситуации, чтобы решить возникшие вопросы. По предварительной записи здесь приняли 22 человека, но и посетители, пришедшие без звонка, также могли получить консультацию, но в порядке живой очереди. По самым разным жизненным вопросам и по правам наследования, и по юридическим взаимоотношениям, которые очень непросто складываются с садоводческими обществами, и по начислению проблем ЖКХ, тарифов ЖКХ, так что юридическая помощь у нас оказывается еженедельно. А вот в таком большом формате, раз в месяц, обязательно мы думаем, что в конце октября мы проведем еще один такой прием.